начальной дистанции подбираешь. Он сменил стоечку, я сменил, где как удобно, видите, все время перебирает, ребят, как вот агрессию идет агрессию. У меня начинается, видите, движение. Это облако защиты. В зависимости от его положения рук, я ищу свое положение. Потому что, смотрите, например, если я буду здесь, он нанесет атаку сюда. А так не будет рисковать. Это со временем у вас чувство появится, когда много плюх пропустит. Вот. С другой стороны, я, как говорится, учитывая, что у него больная нога, немного не работаю сейчас слишком ногами. Давайте с руками поначалу разберемся. Значит, начинается вот его проход. Видите, мои ручки поднялись выше. Первая отвела, вторая отвела, перешли на облако захватов. Борьба, да? Чувствую, облако захватов не пошло. Начинаю выходить на облако бросков. Руки мои сбросил, однако подлая душа учителя всегда дырочку найдет, захватил сонную артерию, бросил человеку. Другая форма. Я начинаю первый атаковать. Джинь-джинь-джинь, защиты пошли. Вот здесь он уже пропустил в этот момент. Он сам его почувствовал, когда рука была на том приеме, который я показывал. Но вот я ему даю палец, и он ухватился чисто рефлекторно за него. И попал в ловушечку. С укусом. Работало облако захватов. Такая же дребедень дальше. Пошли облако ударов. Видите, насколько подлючие техники? И у глазки еще дополнительно. В этот момент, там, предположим, он пытался коленом или еще чем-то сделать. Разбили об захват. Облако захватов. Туда входят не только болевые, а удушающие в том числе. И здесь захватил зубами, можно расслабить, чтобы дополнительно обработать горлышко. Опять идет удар. Смотрите, видите, как он прошел? А я зацепился. И за задницу его хватит. Укус тоже относится к облаку захвата. Чтобы мозги у вас работали. Опять начинается там. Немножко, да? Так бы он вырвался или напрягся. А я почувствовал захват и зубами припаял его к своей руке. А вот теперь уже капец. Товарищ, разрыв горла там, переминание. Не вырывание там, знаете, как там в фильмах, а на месте. Кожа плотная, но там можно очень много чего повредить. Особенно, когда расслаблен. Да? Опять начинается. Вот на упавшее дерево на лесной дороге, отвлекая ударом, нокаутирую. Вот в такой манере с чувствованием переходов. Облако бросков немножко попозже. Там свои моменты. Потому что, например, вот мы начали с этими. Оп, и я почувствовал, что можно его подхватить, видите? За голову. Из захвата сразу часто идет облако бросков. Работаем. Первый. Существует ли болезнь гликантропия? Или же она миф? Я тоже. Что знакомое такое? Что такое? Это же опыт. Это волосатые личики. Вот, в частности, это достаточно редко и так далее. Некоторые умудряются зарабатывать этим на жизнь. Вот в популярной передаче там Долина Чудес или еще что-то, ну там, где вот по всяким чудесам мира, да, вот там вот про семейку братиков, то ли из Перу, то ли из Мексики, по-моему, даже, да? Вот у них вообще как у собаки все заросшая рожа и так далее. И они, в общем-то, от этого не страдают, даже наоборот, там такая популярность у девушек и все такое прочее. Девушки вообще извращенцы, их сила в данном случае, да? Они могут любить любого, лишь бы был оригинален. Это уловка природы для получения резервных генов, даже если это мутант. Да? Поэтому у женщины любовь может зарождаться, например, как я там сказал одному приятелю фразу яркую, он повторил ее своей девушке, она в него влюбилась.
Знаете, значит, это юный. Просто до этого не влюблялась, значит, подумала, что умный, значит, какой-то резерв есть, что-то очаровало, да? Потом дальше, значит, богатый, соответственно, тоже вроде бы не относящийся к биологии, это, но к выживанию там или еще что-то. Прониклась жалостью к калеке и отдалась, да? Тоже, значит, вариант такой, да, то есть какой-то интересный и прочее. Поэтому любовь штука непредсказуемая, да? И идет это в первую очередь от головного мозга, и поэтому вот эти вот нюансы контакта иногда совершенно непредсказуемы, потому что невзрачный человек неожиданно для вас может обладать либо искусством постели, либо настолько родным телом, ввиду того, что у него может быть близкая ДНК, именно не близкая, наоборот, далекая, то есть заинтересован организм зачастую в разнообразии генного фонда. Короче говоря, вот эта штука присутствует. Вот мы, как говорится, начали ликантропию, перескочили на любовь, но это почему важно? Знать, что почему сохраняются эти заболевания? Потому что, несмотря на то, что вроде бы, как говорится, и подойти страшно, дети-то все равно бывают. И в первом двух поколениях, там трех, они могут быть нормальными, а потом появляются как раз с вот этими хвостиками, тройными грудями, там еще чем-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Помимо ликантропии есть вампиризм. То есть это тогда, когда человек без крови не может, то есть ему необходима свежая кровь, иначе баланс его организма не справляется. Но, безусловно, без всех этих вот моментов, когда он там пьет кровь из вены там, или еще что-то, как правило, из коровки и другими способами. Кстати, сам великолепное блюдо из крови готовил на Кавказе, когда с отцом на высокогорных пастбищах, в условиях горных, там есть такое блюдо, приготовленное с помощью шприца для спинномозговых инъекций, немножко там сальца, мяса, вяленого мяса, под седло, которое кладется, и от пота лошади и трения оседло становится очень вкусным и готовым, собственно, к употреблению. Кукурузная мука, лепешка, пока она горячая, ее можно есть, потом ее невозможно даже распилить зачастую. Так что вот такой вот рацион. Подходили к очередной лошадке по кругу, вонзали артерию на шейке, набирали шприца 2-3, там, а то и котелок подставляли, в течение жизни, знающие люди, ножичком. Набирали котелок, быстренько готовили, что-то типа такого, ну, как кровяная колбаса есть у хохлов, да, так вот, такая же вот почти штука в горных условиях, исключительно хорошая еда. Кроме того, кровь с молоком – это древний рецепт напитка кочевников, который содержал все необходимые организмы, витамины и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, вампиризм включает как бы еще одну болезнь, на которую обращали внимание, и это нетерпимость к солнцу, ожоги солнечные. Это достаточно редкая болезнь, но она вот, тем не менее, имеет место. И вот, цепляясь разумом за реальные вещи, приукрашивали, соответственно, действительность, и в этом свойство человеческой мысли. Поэтому фильтруйте всегда базар, когда вам кто-то о чем-то как-то рассказывает. Начинают там рассказывать о мастерах, которые там протыкают что-то так вот, почти не касаясь доски там или еще что-то. Всегда учитывайте возможность, что доску можно заморозить, намочить, снова разморозить, заморозить через некоторое время, и вы сами также проткнете, как те мастера. Да? То есть вот всегда учитывайте, что 99% халтура, а 1% настолько мало, что на него и внимание обращать особенно не стоит. Вот. Поэтому занимайтесь делом, не увлекаясь всякими изысками чрезмерными. Значит, по вот этим заболеваниям, это лишь повод придумать что-то, как
какое-то описание, какую-то болезнь, какую-то эту и так далее, и так далее. И таких придумок достаточно много. Например, существует убеждение, что посмотрел на негра, может родиться негр. Поэтому беременным женщинам на негра смотреть нельзя. От первого любовника может остаться там какой-то генотип, и он передастся детям. Изучайте чуть больше социологию и понимайте, что такого быть не может. То есть необходимый защитный барьер знаний против мракобесия просто необходим. Ребятки, срочно в библиотеке, пока их не убрали из интернета, по разным направлениям, исторические книги, немножко по медицине, немножко по психологии, немножко вот по истории, по философии и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть проверяйте знанием изначальным, все-таки вот научным, все другие остальные вот такие вещи, типа секретов, фильмы и прочее, прочее, прочее. Потому что я считаю секрет психологической диверсии против нашего народа. Ну, я уже упоминал об этом фильме, да? Притягивайте к себе что-то. Очень приятная идея, но, как говорится, она не дает вам возможности быть настоящим творцом своей судьбы. Вы будете надеяться на чудо, это не всегда правильно. Вот. Что еще? По поводу фантазии человеческой, да? Достаточно посмотреть там мифы Китая, мифы России, там волшебные существа и так далее, и вы увидите, что везде они разные. Если бы они хотя бы, как говорится, где-то существовать, они бы повторялись более-менее. Вот. И второе. Достаточно посмотреть на средневековые описания животных, что они там делают там, и так далее, они все волшебные, потому что там больше фантазии, чем реальных данных. И вы поймете, что всегда есть тенденция приукрашивать рассказчику какое-либо событие или описание, или еще что-то. Поэтому еще раз призываю, фильтруйте базар по поступку. Да? Значит, сейчас я покажу выходы на различные формы удушения, не воротником, не там, а именно вот те, которые вот бытовые такие формы, пальцами, плечем, там, зубами, там, еще что-то и так далее, потому что, безусловно, есть хорошие формы с использованием одежды и прочее, но, как правило, одежда гражданская, она оставляет лучшего, разве что какую-то одежду, тогда можно ее использовать. А вот как, например, в маечке и встретиться с кем-нибудь, так и удушить уже нечем, там особенно, да? На маечку надежды мало, разве что скушаешь ее потом права на куски. Вот. Значит, в момент выхода в облаке захватов на укусы, на удушение, вы неожиданно приобретаете преимущество. Главное потом его удержать. То есть, если вы ввязались в бой, вы должны быть окончательно беспощадны, если речь идет о вашей жизни. Если, как говорится, есть возможность не ввязываться, безусловно, не ввязывайтесь, да, потому что вот эти вот все формы, типа, боже мой, меня конопляного муравья, я всегда на анекдотах вот пытаюсь сознание пробудить. Вылез конопляный муравей из своей норки, а мимо быки бежали, и комок грязи упал на муравья. Муравей вскочил, эй, вы сюда, меня конопляного муравья! То бычье. Да? То есть вот эти вот излишние посылы достоинства, чести, там еще каких-то придумок не вовремя высказанных или пробивают на свободе же там не созревшие умом девушки, там типа, а ты за меня сможешь вот вступиться? Или давайте, поделите меня. Ну, бывают у людей разные эти. Я бываю, что ну, может быть, взял бы, да и поделил бы. Можно бросить? Опа, вот он, да. Спасибо большое. Короче говоря, если вы вовремя научите справляться со своими чувствами, если вот вам хочется, а мозг говорит «нельзя», и над организмом мозг будет одерживать победу, вы будете счастливым человеком. В противном случае вы счастливы миг, а несчастливы всю жизнь. Так, например, кто-то говорит, слушай, такая классная таблетка, абсолютно ничего, просто приди, проглоти ее нахрен, да? Вот это мой кайф,
А интересно же, да? Разводил меня, потом вторую хочется. Потом, ну что будет со второй? А потом может остановиться. Люди курить не могут бросить. Воли никакой. Противно, ребята, ну. Понимаете, о чем я, да? Или то же самое женщина, да, какая-то молоденькая женщина, там, жил 5-6 лет, там, с какой-то там уже и дети, так, ну, понятно, надоело, да? Ну, понятно, там, жена, но, сложились товарищеские отношения, сложилось там еще что-то, и так далее. А здесь наступаешь на те же грабли, опять те же дети, да? Опять тот же этот, и опять через 5-6 лет та же проблема. Понимаете, какая вещь? То есть, если ты уже создал семью какую-то там или еще что-то в традиционной манере, потому что я-то, например, сторонник нетрадиционной манеры общения непосредственно, да? Такая, как в Тибете, например, в том числе и такая, когда там, предположим, жена после смерти старшего брата берет себе в мужья младшего брата, а потом передает своей младшей сестре, там, при необходимости, а то и живут совместно. Понимаете? Дело в том, что семья в традиционном нашем понимании, что называется, там, христианство, да, это всего там процентов 10-20 от мировой. Потому что весь Китай построен на, например, на многоженстве. Целые течения религиозные построены на многоженстве, в том числе христианские, вот те же мормоны там, и так далее. Да? Огромное количество, ну, все азиатские страны в том или ином варианте, это необычная семья. Сейчас в Европе так называемая городская семья пошла. Пошли новые формы контрактов, пятилетних или еще что-то и так далее. Поэтому, подбирая партнера, думайте в первую очередь о друге и человеке, и научитесь много ему прощать, потому что биология бывает зачастую сильнее нас, но всегда включайте мозги и понимайте, что женщина отчасти может быть тоже наркотиком, или мужчина тоже, да? Когда вы попадаете в ситуацию, когда вам резко надо менять ваш образ жизни, вы несете огромные потери, огромные какие-то моменты потрясения и прочее, прочее, ввиду того, что на секунду чем-то увлеклись. Да? Вот понравилась там красивая жизнь за границей, сколько метнулось, и сколько страдали, чтобы хоть какой-то уровень жизни достичь, мы там посидели, перетерпели морг, и летишь уже в 6-7 раз лучше живем, чем те, кто уехал в свое время там, и так далее. Да? Очень многие люди последовали за кем-то, например, из родственников, и чужие страдали и пляли себя, что поддались и уехали с родины и прочее, прочее. Многие вернулись там и так далее. Вот, научиться использовать преимущества за границей другой страны и уметь и выехать, и приехать, и так далее, где-то Китай взял товар сюда, привез там или еще что-то, это большое преимущество. А терять то, что уже наработано, свои корни никогда нельзя. Будь то друзья, будь то семья или родина и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вы должны составлять вокруг себя тот социум, который имел вашему сердцу. И никогда не теряйте людей, а значит и друг друга, продолжайте какое-то общение, помимо семинаров там, и прочее, прочее. Если встретился на вашем пути хороший человек, обязательно возьмите телефончик, поддерживайте связь, какие-то подарочки, какие-то общие дела. Если он оказался действительно хорошим, это может быть польза на всю жизнь. Но видите, как простые вопросы начали, а вампиры закончили за здоровье. Икота бывает достаточно красивым. Значит, найти какие-то точечки, поддержать по границе ребер, или на 2 центральной линии посередине, от точки посередине между губком и нечевидным отросточком. Жестко зубочисточкой по языку, и вот ту точку, благодаря которой мы проверяли готовность ладони к удару, хорошо массировать. И кота проходит. Водички попить. Но еще есть простой прием попить водички с дальнего края чашечки. Да? Тогда мы наклоняемся,
Ну, как прапорщик взял чашечку, так кто-то вверх запаял и на него. Вот так и вы, по-нормальному, дальнего края, попили, скажите, все хорошо. Вот вопрос прибежал. Есть ли способы борьбы с храмом? Есть. Только не рабочие. Значит, используются. Во-первых, огромное количество китайских средств очень эффективно на самом деле. Но почему-то не надо мало, что не можем купить. Во-вторых, упражнения по проглатыванию, которые подтягивают и укрепляют вот эти вот, если расцепили, поглотали, то есть водички набрали, несколько раз в день, каждый день, там, в течение месяца двух, уменьшается, во-вторых, уменьшение проблем с проходом воздуха. У кого-то там это может быть из-за переноса, еще тогда вообще просто вопрос решается. Существуют даже вставки, расширяющие ноздри, чтобы свободно был проход. Поэтому в первую очередь надо вылечить ноздри. То есть пойти к уху горло ноздри, сначала вылечить ноздри. Существует лазеротерапия, там как уменьшают, подрезают мышцы, там еще что-то, и она не так уже болтается. Вот, существует мячик в пижаме на спине, чтобы не ложиться на спине, если храпит именно в этом положении. Существует тональности, когда желающий уснуть начинает присвистывать, как теленочек или жеребеночка, который пьет лучше под свист, под мучечку, когда ему так... Он так пьет или... И чего-то такое, потому что хорошим становится. Как и это, так... Как получать удовольствие от тренировок и процесса жизни вообще? Существует система «Усплода дерева жизни». Это упражнение мы проходим. Мы уже затронули моменты, связанные с чувственным и эмоциональным центром. Буквально в смысле слова «подготовка». Смотрит на что-то, например, на бомжа. Да? Какое-то отвращение идет больше от чувственного чувства, да? То есть это вот как в том случае, когда муж подсаживается девушке, откушенное яблоко вынимает, говорит, хочешь, что вы мне предлагаете? Я так понял, что о минете речи быть не может. Так вот, вот это вот смешанное чувство, да? Значит, теща падает в обрыв на моем автомобиле. То есть вот вариант такой, что вы отвращение испытываете физическое, но моральный, эмоциональный центр может испытывать сочувствие, да? А какая-то извращенка, она еще его и захотела. Потому что где-то в детстве у нее было что-то ущербное, она считала всех запретом, у католичек это часто бывает, там, уродов отдаться, потому что она чувствует себя страдалицей, да, там, типа, злой дядька там насиловал, или еще что-то в этом роде. Такие такие фантазии, да, там, или еще что-то в этом роде. Вот. То есть это уже больная психика отчасти, но тем не менее различные сочетания, как говорится, эмоций никаких, но удовольствие получило чисто сексуальное, да? Или и эмоции, и сексуальное одновременно. Или вообще ничего не получило, полное отвращение, но просто из принципа они там себя проверить, смогу ли жить с таким родом многие годы, попробовала сделать что-то. Да? Вот, поэтому так, например, вы чувствуете вкус от колбаски, это удовольствие чувственное. Следовательно, как правило, ваша энергия будет идти вверх вот такой легкой волной. То есть то, что вы можете увидеть в фильме спящей техники спящей собаки, когда товарищ трясет и в нереализованном половом чувстве. То есть тогда, когда контакт с девушкой имеется, да, то есть видит око, а звук не имен, вот. И поэтому вот рождаются очень интересные, мощные проходы энергии. Первая как бы готовность психики и физики к мощным проходам энергии. Они абсолютно безопасны, поэтому именно с них и начинается изучение цигун в том числе.
Когда я что-то созерцаю, вот такое покачивание начинает присутствовать, да? То есть, боже мой, красота такая, или кого-то, боже мой, да, вот, то есть, так хочется повести, и стороны в сторону тела, да? То есть, верхняя эмоциональная цена работает под другим углом, практически параллельно земле. И когда все вместе работа их складывается, получается спираль. То есть вот некая такая вот штучка снизу идет, и вот такая вот раздвинь вокруг. То есть вот такая спиральчика получается. Просто для начала, вызывая, потому что вот в эту зимнюю сессию я постараюсь дать много техник, в том числе интимные простые техники, как техники общения между мужчиной и женщиной. Они уже давались в некоторых лекциях. Достаточно, я так думаю, сделаю большую ретроспективу, отделив от цигуна, потому что когда начинаешь рассказывать цигун, просто о самой технике не успеваешь. То есть будет отдельно, вот, собственно, при необходимости с практикой сами техники, практика на всякий случай на этих, как на кошечках, да? То есть на имитаторах, там на еще на что-то, и так далее. То есть свою девственность не беспокойтесь. Вот. Как именно сделать координационно работу пальцами, губами, там, что делается в одних случаях, что делается в других, что такое наполнение ногтей, когда женщине хочется вцепиться, что такое наполнение зубов, снятие стресса, когда женщине хочется укусить что-то и так далее. Как подготовить ладонь, чтобы она могла со всей силы вцепиться туда зубами и не суметь откусить, и так далее, и так далее. То есть все вот такие варианты будут описаны в сессии зимней в следующем году, сразу после Нового года. Следите за рекламой в интернете. И это будет великолепным дополнением к начатой серии этих лекций в прошлом году. В том числе там были разобраны детально вот эти основные упражнения медитативные по вкусу жизни. А пока вот просто вот научитесь выполнять облако радости, научитесь выполнять три нижних, изучите книжечку, которая у вас уже появилась, надеюсь. Это вот «Даосский цигун». Там основные ключи первого шага, в том числе для изучения чувственных техник вкуса плода с дерева жизни. И второе, боритесь негативного мышления, понимаете, потому что вот я тут рассказал анекдотик про крокодильчика, вечно недовольная девушка с своим существованием, она уже, как говорится, исправилась почти, но тем не менее, он пришел с очень кстати. Идет мальчик на поводке крокодильчика, который жалуется. Боже мой, какая жара, асфальт расплавился, лапки липнут, понеси меня на ручках. Взял его на ручки, на положил. А он опять жаловался. Дыхание не прижимается, кончик хвостика по асфальту трется. А я говорю, пыхнул, ищется еще, совсем исчезнешь. Да? Ну, это наркоманский анекдот, конечно. Вот. Но тем не менее, совсем исчезнешь. Вот. Так вот, крокодильчиком быть не нужно. Нужно быть мальчиком, который доволен своим существованием. Да? То есть, ну, нет, девочки, это не нужно быть мальчиком, нужно быть девушкой, да, для девушек рецепт секретный. Вот. Понимаете, дело в том, что когда человек слишком хорошо жил, значит, и не испытал по-настоящему тяжести, которую может дать жить, да, как правило, он неблагодарен. Бывает, что в силу обстоятельств человеческой натуры тому, что имеет. Вот эта вот мера, даосская философская категория, умение получать удовольствие даже от малого и прочее, это приходит со временем. Научитесь сравнивать себя с другими. Поймите, что человек, который живет в городской квартире московской, имеет кусок хлеба там и так далее, в принципе, быть не может несчастным, более если сравнивать его с каким-то там крестьянином по уровню жизни, в котором он вольствует, или риса на месяц, там, или еще что-то в этом роде. Но тем не менее, как правило, бывает так, что крестьянин как раз счастлив, что весь этот год риск, а с жиру весящийся какой-нибудь столичный житель, нет, да? То есть вот эти вот моменты, это уловки человеческой психики.
вас в книгах, как часто написано, русский Кастанеда. В чем пересекается учение, что можно взять у Кастанеды, если Шоу-Тау, аналоги видения мира, как он есть и так далее? Значит, Кастанеда все-таки в большей степени сказка, технологии Нида. Меня вообще удивляет, как можно по художественным книжкам что-то делать. Один приезжает и говорит, я научился по вашим книжкам, и там действительно чему-то там научился. Но тем не менее, очень интересно. Значит, любое эзотерическое учение, оно в чем-то пересекается, но есть какие-то упражнения, оно внешне похоже на форме и так далее, и так далее. А так, в принципе, это совершенно разные системы. И самое основное отличие, мы наркотиков не принимаем. А видение мира, как он есть под наркотиком, не является реальным, да? На всякий случай. Поэтому вот эти вот все идиоты, это не для нашего народа. В Шоу-Дау, слава богу, таких технологий нет. Когда вы принимаете наркотики, там якобы что-то видите. А так нафантазировать можно что угодно. А русский Кастанеда – это рекламный ход компании, кстати, так что ничего не имею против. Александр Николаевич, если печатные источники и акупунктурные точки переведены на русский, безусловно, есть, надо представить, переводы есть, причем несколько вариантов. На одну точку по 5-6 различных программ. Тем не менее, некоторые расшифровки бывают, значит, очень кстати, и открывается внутренняя сущность, почему она так, значит, транслирована. Из гельминтов явно проявляется только острицы. Стоит ли искать других и нарушать устойчивое равновесие? Значит, ребята, явно проявляется не только острицы. Любая слово, которое в вас заведется, она явно проявляется. Дело в том, что сейчас некоторые недобросовестные люди на страхе населения делают карьеру себе, в том числе начиная заставлять народ питаться не совсем правильно и так далее, и так далее, и так далее. Да, безусловно. Острицы, как правило, острицами болеет 100% населения в тот или иной период жизни. Вывести их, как обопаться обопают. То есть чесночок, полкрана, там еще что-то, запили, там прочее, одного чесночка не уходит просто, да? Без воды. Чуть ручки помыл, чуть там гигиену подержал, смотришь, уже нет. Определитель тоже не представляет труда, потому что маленькие бедные печевички, вызывающие ужинами, шли хвостиками в ваших руках. А по ночам чешется задний проход и, говорится, ясно, что это будет глист. С другой стороны, есть такая хрень, тоже круглый глист, как аскарина. Извините, 50-сантиметровую змею заметить после туалета в унитазе просто невозможно. Поэтому, я не знаю, явно это проявление или нет. Я это, мягко говоря, волосы на всех местах станут дыбом, после того, как познакомишься, что из себя вывалилось, да, на всякий случай. Вот, тем более, когда они грызут вашу печень или еще что-то, орган будет отвечать соответствующими ощущениями. Вы обязательно пойдете к врачу, и вот эту гадость вас обязательно обнаружат. А вот всякие изобретения, типа глистофон изобретен, слышно дыхание, отметьте мне, да? Клетки цепня, бля. Наверное, вы понимаете, что клетки легких быть не может. То есть мракобесие, оно непобедимо. Пусть даже там, как говорится, какие-то вещи реальные делают, какие-то эти делают, но в некоторых клиниках для того, чтобы заработать, вот как говорил Задорнов, у вас найдут там грыжу правого, пятого, справа астральными яичками, если вы женщины там или еще что-то. Понимаете? То есть такое вот оно придумывает. Да? Что вы, как говорится, будете платить всю жизнь, и каждый раз будете радоваться при выполнении очередной раковой атаки 175-го голоса на правой пятке. Да? То есть, понимаете, вот за дураков держит, поэтому приходится разбираться самому зачастую.